Месси? Да что ж такое-то? Ты меня слышишь? У меня еще 2 патрона осталось. Я? Залег там все в засаде. Ей, засадный кот. Сейчас чихни. Ой, будь здоров, котик. Будь здоров, малыш. Вот видишь, ты меня слушался, вот тебе и чхи. Угу. Пап, надо слушать. Да. То пылинка в нос попадет. Ну что ты делаешь? О, подушечка. Маленький пушистый тролль. Чтобы такого сделать плохого, да, Месси? Ну такой красивый, такая мордаха, эти глазюки такие большие. Как это двинулся лапой? Ой! Чё ворчишь? Кот! Чтобы облизать-то. О, подушечка. Ничего не надо тут облизывать. Себя облизывай. Хвост не умещается. Ну что? Ой, ты батюшки, ты что такое? Разговорчивый какой. Что бы это значило, Месечка? Удобненько. Ой, да ты чуд какое. Класс, да? Скажи, пап, где ты раньше был? Ты ж посмотри, как удобно. Ее не надо облизывать. Тогда заберите. Какой зайчик. Не пойму, ему удобно или нет. Тебе нравится, что у тебя там подушка лежит, или не нравится? Я не пойму, что там. Добби подарили носок? Добби подарили носок. Добби свободен. Ну как только не ляжет уже. Да как только не ляжет, ты же этот котика. Мурчалка. Сладкий. Ну ты чего, спать или что? Все. Моська уткнулся. Класс. Ну хоть под стенку перестал лизать. Начал лизать подушку. Такое себе достижение, скажу я вам. Пускай. Ну, сейчас он тут потемнее будет. Красота. Давай мы сюда потемнее сделаем. Потемнее. Потише. Подушку отберем. Куда забрал? У тебя своя есть, смотри, какая большая. На, держи. Вот. Так тебе надо было. Упаковался.